что мы сегодня собрались не только в шаббат, как обычно мы собираемся на праздники. И сегодня у нас 7 декабря 2023 года. Праздник Ханука, как вы знаете, он отмечается 8 дней. Первый день, это 25 кислева, это сегодня. По еврейскому календарю это 25 кислева, а в этом году выпало на 7 декабря. Значит, праздник Хануки – это один из главных в еврейской культуре. Торжество призвано напомнить иудеям о том, что Господь всегда защитит от их тьмы, как уже однажды сделал это в час нужды. То есть вы знаете, что в Хануку произошло чудо. И люди должны также надеяться, что Бог всегда с нами, что надо ждать чудес, и Он все равно нас спасет. Значит, хочу рассказать немножко заповедей. Время зажигания ханукальных свечей зажигать надо ночью, потому что это праздник света, чтобы днем, когда мы зажигаем, мы не видим свет, а именно в ночи, чтобы мы зажигали и мы видели свет. Принято ханукью ставить около входа в квартиру, в дом, напротив мезузы. То есть, если мезуза у нас с правой стороны, то ханукию мы ставим слева. И тогда, когда человек заходит в квартиру или в дом, он чувствует, что он окружен заповедями. Справа и слева. Здесь вы знаете, что направо мы должны, это заповедь, что охраняет нас мезуза. И слева, когда человек заходит, здесь ханукальные свечи тоже оберегают нас. Значит, хануки, вы знаете, 8 стаканчиков. Хочу рассказать, значит, это есть шамаш. Шамаш очень важно посмотреть. Он обычно или стоит, вот видите, если как бы здесь, то он стоит отдельно, если это как бы сделано. Есть такая ханукия, он где-то здесь. Первую свечу мы заставим справа. Потом следующую, значит, мы ставим, я только покажу сейчас для примера, мы ставим слева. И зажигаем сначала левую свечу, и потом правую. На третий день мы ставим 3 стаканчика и зажигаем сначала третий стаканчик, потом второй, потом первый. То есть каждая свеча, каждый день, оно становится главнее. Но сам процесс, что мы первый раз зажигаем эту первую. Значит, в первый день мы произносим 3 благословения. Я вам хочу только напомнить, это бутылка. Видите, это такое, ну это минура. Это мне подарила Галя Коробочкина, она все время у меня со мной. И я хочу вам показать отличие минуры от хануки. В минуре вы видите 7. То есть это напоминает нам шамаш. И здесь 3-3-3. Видите, как бы? В минуре 7. А в хануке 9. Значит, я. Благословение буду так, как нельзя говорить в один день два раза благословение, поэтому я скажу как бы один раз, только по-русски. Потому что я сначала хотела и на иврите, и по-русски, но если ты произносишь благословение, то надо только один раз, чтобы как бы не повторяться. Так как мы все не знаете иврита, поэтому я предпочитаю лучше сказать по-русски, чтобы вы понимали, о чем речь. Еще раз напоминаю. В первый день говорятся 3 благословения, в последующие дни, когда мы зажигаем, только 2. Значит, мы зажигаем, видите, тоже свечки, видите, тут тоже у меня ханукия, это спички. Значит, мы зажимаем, зажигаем шамаш, да, это центральная. И от нее все. Каждый день. Да, это шамаш. И как бы от шамаша мы берем, и вот, и слушайте, значит, благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальный огонь. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, совершивший чудеса для наших отцов в те дни, в это же время.
Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам жизнь и поддержавший нас, и давший дожить нам до этого времени. Амен. Амен. Все, Ханука Самеах, только хочу добавить. Сейчас мы с вами зажгли Хануку, Ханукию здесь. Но принято, чтобы у каждого в доме была тоже своя Ханукия, и обязательно вы должны ее зажечь. Когда мы с вами сейчас посидим, так сказать, справим праздник, дома придете, зажжете точно так же свечи, какие вопросы будут, будете спрашивать. Значит, как вы знаете, принято кушать субганиоты, сладкое, нельзя печалиться целую неделю, только радоваться и веселиться. Все, Ханука Самеах. Субганиоты.